В Уральске очередники получили ключи от новых квартир. Многие ждали этого момента долгие годы. В Западно-Казахстанской области выделили деньги в рамках двух программ. Сколько семей получили собственную крышу над головой, расскажут мои коллеги. В честь Дня города в Уральске очередники получили ключи от новых квартир. С долгожданным новосельем поздравил аким области Нариман Турегалиев. Среди 18 семей, которые обзавелись собственным жильем, есть и многодетные. Мы стояли в очереди на жилье, как многодетная семья с 2013 года. У меня 8 детей. Наконец-то подошла наша очередь, и сейчас мы обрели свой дом. Спасибо президенту Касым-Жомарту Токаеву и администрации города. Мы очень счастливы. В новом доме предусмотрено все необходимое для комфортной жизни. 15 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартир сданы в чистовой отделке. Глава региона подчеркнул, что в этом году в Западно-Казахстанской области были выделены средства в рамках двух программ. Первая предусматривает покупку готовых квартир для очередников за счет местных исполнительных органов. По второй возводят новые дома. Вторая программа направлена на строительство жилья для вкладчиков от Басыбанка. В микрорайоне Ак-Жайык строится 5 домов, и до конца года 500 семей получат ключи от новых квартир. Хочу поздравить всех новоселов с радостным событием. Также глава региона отметил, что до конца года планируется приобрести 200 квартир для стоящих в очереди на жилье. На данный момент ключи уже вручили 36 семьям.